В этом году Чувашия примет 18-й федеральный Сабантуй. Татарский национальный праздник окончания весенних полевых работ отметят 6 и 7 июля в Чебоксарах масштабными гуляниями. Организационные вопросы обсудили в Доме правительства. По традиции в Сабантуе принимают участие многие регионы страны. Праздник откроется торжественным собранием в Театре оперы и балета, а на второй день пройдут массовые гуляния. На федеральном Сабантуе ждут главу Татарстана Рустама Миннинханова. 330 сабантуев в 2017 году было проведено на территории Российской Федерации, ближнем и дальнем зарубежье. Здесь вот связь и поколений, и времен. Мы хотим показать свою культуру, свои обычаи всем жителям Российской Федерации. Ведь сабантуй проходит не только у нас в Российской Федерации, проходит и за рубежом, где проживают татары. 7 июля в столице республики праздник продолжится на открытых площадках, на Красной площади и у монумента Матери-Покровительницы. Будет работать татарское подворье, национальная кухня, традиционные борцовские поединки, рукотворные шедевры мастеров декоративно-прикладного искусства Татарстана. Это и многое другое ждет гостей Сабантуя. Сабантуй – это главный праздник татар. Он проходит по всем столицам субъектов Российской Федерации. Он уже объездил, уже был в 17 городах. Сабантуй – это созвучно Акатую, наши братья, чуваши, татары, тысячи вместе живут. И показать на весь мир, насколько это красиво будет, красивым праздником будет. Председатель кабинета министров Чувашии Иван Моторин отметил, что федеральный Сабантуй – знаковое для имиджа республики мероприятие. Он уже давно стал межнациональным праздником, который объединяет все народы. Галина Титарчук, Мальвина Петрова, Андрей Шоклев, Республика.